Рома, у тебя сегодня еще встреча с девочкой. Так я уже читал это сообщение. Ты, наверное, ушел со стрима. Я ответил на него. Пересматривай стрим. Я ответил тем, что спросил тебя, не надоело ли тебе постоянно, типа, каждые полмесяца, каждый месяц встречаться с новыми девушками и заниматься с ними там любовью. Ты не хочешь себя найти одно единственное? Или это, блин, это другое сообщение. Да, это другое. Ты до этого писал о том, что у тебя не получилось встретиться с девушкой. Она не пришла, да? А сейчас ты мне пишешь, что ты уже с новой хочешь встретиться вечером. Капец, у тебя там наполеонские планы. Привет еще раз. Привет, Тимофей. Ты уже выспался? Да, стрим сегодня долго идет.
куда ты суешься, Картус? Хочешь умереть? Ты веришь в Бога? Хотелось бы верить, но большая моя часть не верит. Блин. Я должен тебя был похилить, а я не похилил. Отвечай на вопрос, нет, не надоело, наоборот, нравится. Нравится, нравится. Честно, сколько ты хоть ведешь подсчет этих людей, с которыми ты был? Количество там. Человек 100 будет. А ты всегда предохраняешься при первом свидании? Может, там где-то ребенок твой бегает? Через месяц приведет. А вот если реально типа будет такая ситуация, то есть вот какая-то одна из девушек, с которыми ты был, вот приведет ребенка, найдет тебя и скажет типа: ты отец, что ты, как ты поступишь? Ты будешь типа верить, не верить, там проверять? Будешь жить с этой девушкой, типа что ты будешь делать? Блин. Достал Картус. Диана еще облажалась немного.
keep looking for something I can't get. Broken hearts lie all around me. I don't see an easy way to get out of this. A diary, it sits by the bedside table. The curtains are closed, the cat's in the cradle. Who would have thought that a boy like me could come to this? Хорош. Консервный герой. Консервный герой, который 0-4 спокойно убивает меня и моего даблера. Без предмета. Какая же поломанная херня. Я не знаю, как против этого играть. Никак. Теперь знаю как. Понял, что ничего не понял.
пам парам пам 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 парам. Пиво. Это ты называешь игроков из League of Legends тогда? Обидно. Mm-hmm.
Блин, я забыл хилку прожать. Хилку забыл прожать. Ага. А, так это против тебя попало? Так почему пиво? Наоборот, сильный игрок попался. Пиво обычно, когда плохо кнопки жмет, да? Уставший такой весь на расслабоне, да? Откинулся на спинку кресла и отдыхает. Блин, пиво. Вы про пиво заговорили? Я хочу темного пива с анчоусами. Блин, сейчас из меня анчоус сделают. Сам как анчоус. Блин, давно я так не фармился. 22 килла выфармил на Кейтлин. Леталити. Жесть просто. Чё, Ясу, будем... Давай будем серьезно драться. Ты тоже пиво 22-4 хочешь закончить, не можешь. Так мы просто развлекаемся. Развлекаемся. Блин, вот Lethality Caitlyn, она прикольная только если там нету танков. Дариуса я почти не пробивал. Но остальные, даже я, кстати, Ясу отлетал. То есть Lethality Caitlyn отрывает куски Ясу.